Съездили на гастроли. После концерта в Екатеринбурге Григорию Лепсу грозит штраф за мелкое хулиганство. А подставил его под статью коллега, рэпер Тимати. Он выложил видео на своей странице в социальной сети, которое теперь пристально изучают уральские полицейские. Так, на видео Тимати танцует в полупустом самолете. Но настоящим гвоздем ролика, который рэпер назвал «нарушитель спокойствия», стал Григорий Лепс, курящий на показ прямо в салоне. Видео музыкант, вероятно, сняли, когда летели в Екатеринбург. Здесь известный исполнитель отметил свой 52-й день рождения, спев дуэтом с Тимати. И отметил, судя по всему, зажигательно, попав под прицел уральского МВД на транспорте. Известно, что рейс был обычным, частных в этот день в Екатеринбурге не было. Правда, пока нет и возмущенных поведением музыканта. Заявлений ни от пассажиров, ни от авиакомпании не поступало. При поступлении заявления будут установлены сроки, данное заявление рассмотрено, доведено производство об административном правонарушении. В соответствии с действием законодательством подпадает под статью 20.1 административного кодекса Российской Федерации, то есть мелкое хулиганство, и санкции по данной статье административного кодекса штраф от 500 до 1000 рублей.